8 месяцев назад мы принесли села улицы этого кота. Оно было настолько худым и голодным, что ему приходилось останавливать прохожих и выпрашивать еду. Яркие глаза смотрели и просили еды. Очень сильное желание жить. Многие прогоняли и даже угрожали, но кот все равно не сдавался. Он просто делает все возможное, чтобы выжить. Тело кошки настолько тонкое, что ее живот прилегает к спине. Его волосы вставали дыбом и падали при каждом его шаге. На самом деле он слишком долго голодал, что привело к ослаблению его тела. Когда мы осмотрели его тело, произошло нечто еще более печальное. Помимо внешних повреждений, у кота во рту была большая язва. Это, конечно, очень неприятно и больно. Он становился раздражительным и возбужденным, когда мы пытались почистить ему рот. Кожа также подвергается нападению многих гнездящихся блох. Когда мы отвезли его в больницу, врач покачал головой. Они сказали, что рана во рту представляет угрозу для кишечника кошки. Вылечиться очень сложно и стоит больших денег. Мы не отказались от этого. Постарайтесь получить лечение, даже если врач говорит, что шансы на выживание невелики. Каждый день ему приходилось терпеть болезненные уколы в тело. Но кот был силен, как воин, и никогда не отступал. Я знаю, что чудеса не всегда случаются, но в этот раз оно действительно произошло. Через 8 месяцев кот полностью ожил и снова стал сильным. Он не только полностью вылечивает рану, но малышка значительно прибавила в весе. Теперь это очаровательный пухлый рыжий кот. Очень нежный и теплый, совершенно не похожий на него раньше.